Чувашские полицейские задержали молодого человека, укравшего экзотического попугая с передвижной зоовыставки. На него возбудили уголовное дело по статье «Кража». С заявлением о пропаже попугая породы Ара, стоимость которого оценивается в 180 тысяч рублей, в полицию обратились работники зооуголка. Правоохранители установили, что к краже может быть причастен 20-летний житель Ставропольского края. Молодой человек трудился в живом уголке чуть меньше месяца. В день пропажи птицы на работу он не вышел и не отвечал на звонки. Обнаружили парня во Владимирской области на железнодорожной станции. Подозреваемого доставили в Чебоксары, а попугая вернули законным владельцам. Я не хотел как бы с целью преступления, просто хотел показать родителям и приехать обратно. Ну, можно же было у них спросить, наверное, тогда, если хотели забрать. Ну, мне кажется, ответ был отрицательным. Вот поэтому... Поэтому решили без спроса взять? Да, но я же не с какой-то целью там убить, там отпустить, там, не знаю, продать. Я же ничего не собирался такого делать. Но он в целости, сохранности, как бы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Кстати, молодой человек был неоднократно судим за кражу, побои и угрозу убийства. На момент задержания он находился в федеральном розыске за то, что уклонялся от исполнения обязательных работ за предыдущую судимость.